Добрый день, друзья! Миллионы людей летают самолетами во все концы света. В суете, упаковывая и оформляя багаж, мы не успеваем оглядеться и оценить оригинальность аэропортов, их взлетно-посадочные полосы, а также дизайн внутренних помещений самого здания. Представляем вашему вниманию обзор аэропортов, которые являются необычными примерами инженерной мысли, часто пугающими, но тем не менее отлично выполняющими свои обязанности. Региональный аэропорт Гисборн расположен на восточном побережье северного острова Новой Зеландии. Может, это прозвучит как преувеличение, но это один из самых безумных аэропортов в мире, потому что прямо поперек главной взлетно-посадочной полосы проходит настоящая железная дорога. Диспетчерам приходится тщательно следить за тем, чтобы во время посадки самолетов ни один поезд не приближался к этому месту. Самый необычный международный аэропорт Кансай в Японии расположен на двух искусственных островах. Осакский залив, где находится аэропорт, является одной из самых сейсмоактивных точек мира. Поэтому сооружение имеет высочайший уровень защиты от тайфунов, землетрясений и цунами. Аэропорт принимает по 150 авиалайнеров в сутки. И по версии сообщества американских инженеров, аэропорт назван одним из памятников тысячелетия. Международный аэропорт Куршевель попал в книгу рекордов Гиннесса не из-за живописных видов французских Альп, которые могут наблюдать из иллюминаторов туристы, а потому что аэропорт имеет необычную взлетно-посадочную полосу длиной 525 метров, уклоном 18,5 градусов, да еще и с изломом. Заходить на посадку приходится в реально экстремальных условиях при отсутствии видимости конца полосы. Справиться с такой задачей могут лишь очень опытные пилоты. Аэропорт принцессы Юлианы находится в Карибском бассейне на острове Сен-Мартен. Из-за маленького размера острова взлетно-посадочная полоса начинается практически на пляже. Боинги и аэробусы с ревом пролетают буквально в 10 метрах над головами отдыхающих. Порой к их восхищению, порой к ужасу. Впрочем, многие едут на Сен-Мартен именно ради этого незабываемого зрелища. Аэропорт Барра расположен на шотландском одноименном острове и является одним из самых необычных в мире. Уникальность аэропорта обеспечивается тем, что все три его взлетно-посадочные полосы представляют собой нечто иное, как песчаный берег, а во время прилива уходят под воду. Поэтому расписание движения воздушных судов привязано к графику приливов. Гибралтарский аэропорт расположен на крошечном Пиренейском полуострове площадью в 6,8 квадратных километров и принадлежит Министерству обороны Великобритании. Нехватка пространства на этом полуострове просто катастрофическая, потому единственная взлетно-посадочная полоса аэропорта пересекает самое оживленное шоссе под названием Уинстон-Черчилль-авеню. Светофоры перекрывают дорогу каждый раз, когда здесь приземляется самолет или когда взлетает. Это единственный аэропорт подобного типа в мире. Международный аэропорт на прекрасном острове Мадейра в Португалии также входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Рельеф острова сложен. Казалось бы, построить аэропорт тут не представляется возможным. Взлетно-посадочная полоса очень короткая, несмотря на то, что она частично вынесена на несущих колоннах прямо в океан. Перед заходом на посадку самолет необходимо сначала направить на горы, а практически в самый последний момент резко сменить направление полета и зайти на взлетно-посадочную полосу. Международный аэропорт Король Факт в Саудовской Аравии – крупнейший в мире по занимаемой площади. Он тянется на 300 квадратных миль пустыни. Он настолько огромен, что сами пилоты порой затрудняются сказать, где он начинается, а где заканчивается, так как с большого расстояния он сливается с окружающей его пустыней.
Аэропорт Хуанчо и Раускин – единственный аэропорт на Карибском острове Саба, широко известен среди летчиков благодаря маленькому размеру взлетно-посадочной полосы – 396 метров. Окруженная высокими утесами, она почти обрывается в океане. Опасность состоит в том, что при посадке или взлете самолет может выйти за пределы взлетно-посадочной полосы. Сесть сюда могут лишь маленькие самолеты либо вертолеты. Аэропорт Един в Китае считается самым высоким. Открывшийся лишь в 2013 году, тибетский аэропорт расположен на рекордной высоте в 4411 метров над уровнем моря. Примечателен и тем, что терминал аэропорта внешне напоминает летающую тарелку, которая приземлилась в горах на невероятной высоте. Друзья, пишите в комментариях, приходилось ли вам бывать в необычных, на ваш взгляд, аэропортах и чем они уникальны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Если вам понравилось это видео, продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале «Необыкновенная вселенная». Всем пока и до новых встреч!